Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. День пам'яті і смутку. Сьогодні в Україні узгадують загинувших на фронтах Великої Айчинної і мирних ахвяр. Склади розгружаються. Промисловий сектор регіону виходить з економічного піке. Один дома. У Речиці 4-годового хлопчика зняли з подваконника 9-го поверха. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Запас готовой продукции на складах снизился. Зараз по гэтым проказчику в область лепшая у республики. Увогуле промысловый сектор региона пошел выходить из экономичного пике. Сегодня на посяджении облвыканкама обмерковали работу промыслового комплексу, а так само перспективы развития туризму. Подробязности у Марины Джалай. Статистичные личбы по выполнению разных экономичных показчиков в основном превышают 100%. Але зрозуміло, за обогульненными выниками работа конкретных предприемств. И тут все индивидуально. Так, с початку года с 230 буйных и средних предприемств больше 50 спрацевало со стратами. Один из промысловых гигантов региона, Мазырский нафтоперепрацовший завод, в опошние месяцы нареште пошел обновлять объемы вытворчести. Что тычется диверсификации экспорта, то при скорочении поставок у Россию являются новые замежные импортеры. Зараз продукция предприемства в нашего региона присутничает на рынках свыше 110 краин. Когда-то мы были нацелены только на российские рынки, это у нас занимало больше 90%. Сегодня российский рынок составляет где-то процентов 65-67. Это уже говорит о том, что мы свой экспорт диверсифицируем. Мы сегодня, в общем-то, осваиваем практически все по всему миру. У нас есть большие или малые поставки. Это говорит о том, что мы сегодня нащупываем, где мы сегодня можем проходить по своей цене. Это и Азия, и Африка. То, в общем-то, география очень широкая. На прибавку у экономичных показчиках уплывая и туристичная галина. Летосью першиню за долгий час отрымалася выконать задание по экспорте туристичных послуг. Радуют и попередние выники гэтага паугодя. Людей, які отпочивают у санаторых Гомельщины, было на 1500 больше, чем год тому. А кроме того, важно надать импульс развитию промыслового туризму. Гости и жыхары нашего региона повинны иметь махчимость посидеть у кабине комбайна Гомсельмаша и нават прокатиться на им, альбо поназирать, як вырабляют цукерки и колбасу. Показальный приклад – Минский БелАЗ, який штогод только на промысловом туризме зарабляет амаль полмиллиона рублей. Это и реклама, это и имидж предприятия. Ну а что касается пищевки, это еще и дополнительно своеобразный рынок сбыта. Да? То есть турист сам приезжает на предприятие, видит, как все производится. И, соответственно, через фирменную торговлю он обязательно приобретет то, что он увидел своими глазами, как это делается. Але на шерогу предприемства для организации туров покулиснуют разные перешкоды. У тым лику санитарные. Например, у мясо-молочной галине. Але у будущем можно сподеваться, что закрытых для туристов объектов станет значно меньше. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается День усенародной памяти ахвяр Великой Айчынной войны. 22 червня 1941-го фашистские войски пересекли державную мяжу СССР и на долгих 1418 дзён ее территория, у тым лику и Беларусь, опынулась во улоне боевых деяний. У Гомелі на площади працы каля вечного огню сегодня прошел традиционный жалобный митинг реквием. А у кинотеатра имя Калинина отбылась концертная программа и прогляд военного белорусского фильма «Тень ворога». Подробности в материале Вероники Ворошилиной. 22 червня 1941 года – трагичная дата у советской истории. Она поклала початок жорсткой, безлитостной Великой Айчинной войне, якая закранула практично каждую семью в нашей краине. С первых ее дзен тысячи гамельчан отправились у деючую армию. Предприемство города перевели на выпуск военной продукции, а помешкания установ адукации были отведены под шпитали и размещение войсковых часток. Гомель заявлялся ключевой кропкой для просовывания немецких войск у бок полночно-усходних областей Украины и Киева. И он так само оказывал сурьез сопротивление ворогу и оттягивал силы противников от основного удара на Москву. Подступы до Гомеля обороняли два десятки армий, але у жнивни немецкие войски все ж таки захопили Гомель. Два года город находился у полуни ворога, и 26 листопада 1943 года первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. У памяти живых видовожцев жудасные подеи Великой Айчинной войны застанутся назавсёды. Пацаном на поле играли в футбол. За нами приходит парень и говорит, что вы играете в футбол? Война началась. Вот с этого началось. Провоевал со знаменитым отрядом славный. Это московский специальный отряд.
Мітинг реквієм, присвячений 76-й годовині з дня початку Великої Айчинної війни, у Гомелі пройшов на площі праці каля вічного огню. Тут зібралися ветерани, представники влади, громадських організацій, працівних колективів і молодь. Головна мета традиційної зустрічі – вспомнити тих, хто поклав на алтар Великої перемоги своє життя, і ще раз нагадати подростаючому поколінню, як героїчно і самоохвярно совєтський народ обороняв і визволяв рідну землю від ворога. Удельники митинга усклали до помника вянки и кветки и узгадали память ахвяр самой страшной войны 20-го стагодия «Хвилины молчания». Затем у всех присутных запросили на патриотичное мероприемство у кинотеатр имя Калинина. На открытой пляцовце левого хода разгорнулась тематичная фотовыстава. Гучали песни военных часов и демонстрировалась экспозиция документальных фотосдымков. Финальной кропкой патриотичной акции стал показ нового белорусского мастацкого фильма «Тень ворога». У зале не было свободных мест. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні пам'ятної дати Білоруський фонд міру організував марш-акцію «Дорогами війни, міру і праці». Його удільники навідали Речицький район. У працях теми – наступний матеріал. Захаванне гістарычнай памяці, выхаванне моладзі на прыкладах мужнасці дзядоў і прадзедаў – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці Беларускага фонду міру. Вялікая айчынная вайна з разбуральнай сілай прайшлася па землях і лёсах жыхароў Рэчыцкай зямлі. Пра тыя трагічныя і адначасова гераічныя гады нагадваюць шматлікія мемарыялы і памятныя знакі. Але герояў Савецкага Саюза знаходзіцца ў самым цэнтры Рэчыцы. На ёй 15 імёнаў ураджэнцаў самых розных вёсак і гарадоў былога Савецкага Саюза. І ўсе яны ахвяравалі сабой, каб жыццё працягвалася ў наступных пакаленнях. Памятная цырымонія з удзелам дэлегацыі міратворцаў Беларускага фонду міру праходзіць ля мемарыяльнага комплексу, дзе апошні прытулак знайшлі 640 удзельнікаў народнага супраціўлення і партызан. 18 лістапада 1943 года у ходзе гомельска-рэчыцкай аперацыі Рэчыца была вызвалена ад акупантаў. З тых часоў мінула 70 годзяў, але гістар Рычная память живе у сердцах нащадков. Если говорить о воспитании подрастающего поколения на патриотизме, мы не только дань уважения отдаем погибшим солдатам, не только в государственные праздники, это свято, но также практически еженедельно у нас ни один музей не, так сказать, не закрываются двери. Постоянно, в течение года, начиная от детства, сада, средней школы. И самое главное, что именно молодых родителей с маленькими детьми мы тоже привлекаем для того, чтобы они не только услышали экскурсовода, а и сами непосредственно принимали участие. У вёсцы Леваши Рэчыцкага района яшчэ одно место памяти – хвіліна маўчання па тых, хто назаўсёды пайшоў у бессмяротнасць. Больш як 70 гадоў, што прайшлі пасля вайны, не стерлі народную памяць. Веліч падзей ваеннага ліхалецця не змеркла. Гэта пацвярджаюць словы ўдзельнікаў памятнага мітынгу, якія напярэдадні даты пачатку Вялікай айчыннай вайны наведалі памятныя месцы. У составе дэлегацыі прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і мясцовай улады, ветераны вайны і працы, студенты. Для подрастающего поколения удел у памятных мероприемствах урок мужности поза стенами в учебных классов. Вы знаете, очень трудно без слез на глазах сегодня вспоминать нашу историю, вспоминать подвиг народа советского, который они совершили для нас. Это очень большая скорбь, но в то же время огромная радость иметь мирное небо над головой. Этот митинг помогает нам, молодежи, ценить нашу историю, вспоминать и никогда не забывать и постоянно чтить память тех, кто погиб за нас. Наталья Игнатенко, Олеся Рудянкова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рэчыцкага района. У Рэчыцы выратавальники разгарнули лесвицу, каб трапить у кватеру, где по бедваконнику поузал маленький хлопчик. Поведомление про то, что у открытым окне 9-го поверха дома по улице Достоевского зауважили дитя, поступило от милиции. Проз 5 хвилин на месте уже была аутолесвица выратавальников. Супрацовник районного отдела внутренних справ закликал малого внутрь кватеры и проз закрытые уваходные двери гутару с 4-годовым хлопчиком. Выратавальники у гэты час поднялись у открытое окно, дзякую
дякуючи зладженим діянням врятувальників і міліціонерів, на гэты раз трагедію удалося пазбегнуць. У МНС адзначаюць, што разглядаюць кожны выпадак пакідання маленькага дзіцяці без нагляду як надзвычайнае здарэнне. Гэты і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд з навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.